Строительство этого моста началось еще при Советском Союзе. По некоторым причинам объект был заморожен и простаивал по сей день. В скором времени решено возобновить стройку. Этот объект будет реконструирован, эту часть уберут, на месте него построят новый мост согласно современных технологий. Строительство мостов – необходимость, так как они будут хорошим толчком для расширения торгово-экономических связей между регионами Кыргызстана и Казахстана. Закон о ратификации соглашения между правительствами Кыргызстана и Казахстана о совместных действиях по строительству нового моста и реконструкции существующего моста между пунктами пропуска Актилек автодорожной Кыргызстана, Харасу автодорожной Республики Казахстан подписан президентом. Теперь начнется работа над проектом и составлением сметной стоимости объекта и заложения средств на строительство мостов. Мосты будут возведены одновременно каждой стороной на своей территории. Ориентировочная стоимость строительства составляет 87 миллионов сомов. В свое время, в 70-х мы строили эту дорогу. Вот, строили дорогу вместе с цементно-бетонным покрытием. В то время первый раз мы строили эту дорогу такую. Вот. Но с тех пор уже прошло 30-40 лет. Сейчас экономические связи между двумя республиками, конечно, развиваются. План строительства обновления моста и строительства рядом нового моста, так, это очень своевременно, очень нужная вещь. Так как новый мост будет пролегать через реку Чу между пунктами пропуска Актилек и Карасу, проезд транспортных средств здесь будет временно приостановлен. Прохождение контроля машин и пешеходов на это время будет осуществляться через пункты пропуска Акджол, Кенбулун и Токмок. После завершения строительства нового моста и реконструкции существующего, мосты будут переданы в собственность Кыргызстану и Казахстану в равных долях. Эксплуатация и содержание будет осуществляться также государствами в пределах своей территории. Надежда Усова, Чингиз Джумагулов, Алатау 24.